Уважаемые граждане, хотим предупредить вас о появлении в интернет-пространстве нового, еще более изощренного вида мошенничества. В данном случае злоумышленники действуют с использованием мессенджера WhatsApp. Абоненту отправляют вредоносную ссылку, которая тиражируется в виде розыгрыша призов, голосования за детей, либо опросника по разным тематикам. При вводе личных данных мошенник получает полный доступ ко всем вашим контактам в мессенджере. Далее вашим знакомым и близким рассылается текст с просьбой одолжить деньги под разными предлогами и с указанием подставных счетов. Убедительно просим вас не переходить по сомнительным ссылкам. А если же вы подозреваете, что все-таки случайно прошли по подозрительной ссылке, то можно проверить наличие параллельного доступа к WhatsApp аккаунту. Так, в приложении WhatsApp переходите в настройки во вкладку «Связанные устройства». Если в данной вкладке отобразится неизвестное устройство, которое вы не привязывали, незамедлительно осуществите выход из данной сессии. Уважаемые граждане, будьте бдительны и предупредите всех своих знакомых. Не поддавайтесь уловкам интернет-мошенников. Берегите себя и своих близких.